Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. А помнишь эпигенетику? Да-да-да, мы с ней на эпигенетике первый раз увиделись. На эпигенетике, когда тебя вставила? Ну, помнишь эти ощущения? Нормально, да. А ты как себя тогда чувствовала? Да, у меня вообще был шок. Я абсолютно... Сколько тогда было дней? 5 курсов? 5. Я абсолютно нормальный человек. Я приходила, занималась. Все, что как вели девчонки, как ты вела, я слушала, я все выполняла. Мне было интересно. Там у кого-то где-то что-то выстрелит, кто-то там заплачет, кто-то тормозит, кто-то еще что-то вспоминает. Я сидела и просто слушала. И как бы, а у меня все хорошо. И вдруг... На пятый это, да? Или... Пятый день, да. Я помню, как тебя трясло тогда. На последний день меня вообще просто зацепило там, где я даже и думать не думала. Казалось бы, рождение, да, вот это я тоже очень хорошо помню. Рождение, и вдруг у меня слезы, у меня даже я не знаю, что это были за слезы, я даже не знаю, какие-то эмоции были у меня. Я помню, что ты стояла и вдруг как начала трясти. И только говорила, я чувствую. А люди смотрят, а ты что, до сих пор не чувствовала? А у меня, это было как будто, ну это... Мало того, я скажу, я тот курс даже и близко смотреть не хотела. Вообще, чтобы только не видеть, потому что мне казалось, я там сошла с ума. Просто там сошла с ума. А на самом деле, сейчас понимаю, тогда я снесла огромный слой и как пробку снесла у себя. И все. И все вот просто для меня, как, наверное, как вышло, или, может быть, даже не вышло, а открылась и начала выходить. Знаешь, открылась абсолютно осознанно. А ты помнишь нашу встречу в Москве? В аэропорту? О, это вообще... Кто бы мог подумать. Идем, да? Идем, сидят. Наташа сидит. Подхожу. Как это? Клубы продолжаются. Наташа сидит. Куда летим? В Китай. И мы в Китай. И там еще потом... А какой отель? Я не помню, говорит Наташа. Я говорю, я тоже. А говорит, а какой ты? Я тоже, говорю, не помню, эти названия китайские. Ну, я говорю, ну, прикольно будет, или кто это, или ты сказала, прикольно будет, если еще и отель скажется. А уже внутри было знание, что он будет один, более того, что уже мы почему-то оказались в одной подводной лодке, да, или в одном самолете. То есть это уже не имело значения, но я помню, что Гена достал ваши бумаги с отелем, с названием, и я достаю, и была уверена на 100%, что мы летим в один отель, в одно место, в одну точку, и так хована, так есть. Так еще, если вспомнить тот отель, какой он огромный, да? Он огромный вообще. И у вас был домик возле отеля маленький, и у нас был домик возле отеля маленький. В зеленой зоне, казалось бы, огромный там город, этот Китай, везде там одни китайцы, зелени там не найти. А тут и зелени, все, и вот в этом раю самое удобное место было для погружения, все для инфодайвинга. Такое ощущение, что Бог создал все условия, отделил от мира, только начните работать с телом. Да. И у нас с тобой как-то раз и пошло. И первая же пошла вилочковая. Вилочка. Сразу. То есть сразу, причем, да. Вот первое погружение, фух, и пошла вилочковая. И после вилочковой уже дальше, а дальше кровь и дальше. И видишь, как тут же стало ясно, что путь надо через тело прокладывать. Даже в психических заболеваниях путь надо прокладывать через тело. Что оно основное. Да, и как сейчас мы это абсолютно знаем, что все, абсолютно все связано через тело. Все в теле. Все в теле. Точка. Точка, где формируется реальность. Вообще. Вообще даже представить в жизни. Вот представляешь, у тебя путь жизненный. Реализовавшаяся женщина, бизнесмен, бизнесвумен, да, семья, дети, все. Вот все абсолютно все, да, хорошо. И тут инфодайвинг. У меня то же самое.
Только я еще психикой увлекалась все эти годы, уже осознавая, что мне это надо. А тебя вообще просто фух и вынесло. Угу. И вся жизнь с ног на голову. Я помню, как я пришла в декабре на первый курс управления восприятием, или как там, да, такое что-то было. Это было 16 декабря я пришла. Ну, я побыла на курсе, все, мне было интересно, я с удовольствием. А потом я просто думала, как, вот я же вижу, видео снимают вы там, да, вижу, что люди индивидуально, то есть вот встречаются где-то, думаю, ну почему, я же тоже так хочу. Потом узнаю, что по средам есть, оказывается, я, по-моему, тебе написала даже, а ты мне написала, есть по средам, туда-то и туда-то. Ровненько и быстренько туда. И все, и стой, и, между прочим, вот это было, первая моя поездка, это было в начале января на клуб. Или же даже, нет, наверное, в декабре нет, в январе, да. И все, я ни одного клуба не пропустила. Ну, видишь, на клуб приходили даже не десятки людей, несколько сотен людей менялись, приходили. Они не все сразу приходили, они один придет, потом его несколько месяцев нету, потом следующий придет. Но количество участников, я не знаю, человек 200, наверное, было. И при этом вот так, чтобы выстрелили, да, даже были вот успешные ребята, с кем мы начали заниматься, но снесло эго. Вот эго сносит, конечно, феноменально. Я до сих пор смотрю, как люди слетают на эго и на травме предательства. Вот просто, просто феноменально. Просто вот как будто действительно на какой-то станции раз и сходит, раз и сходит. Вот вышел, да, на какой-то станции, поезд остановился, вышел на какой-то станции покушать пирожков. И поезд ушел. И так ту-ту. Его уже нету. Но самое интересное, вот обрати внимание, на этих верхних слоях психики, там действительно сносит эго. И вот остановка, выходит человек на эго, да, там, и чаще всего на увлечении в чужие игры. Вот там где-то заигрался, а потом поезд ушел, и он отстал, и шанс не использовал. А уже на глубинных слоях сносит на чем? На власти. Скипетр, держава и эшафот. Игра везде предлагается тебе сыграть во властителя, во властелина и так далее. А тебе не прикольно смотреть на герб России, там вот на эти все штуки? Ты знаешь, нет, а ты это видишь? А я даже с этой стороны не думала об этом. А смотри, как можно было нарисовать двуглавого орла? Мы же там встречали орла, да, двуглавого. На каком уровне? Да. А это уровень, когда ты не прошел испытание властью. И тогда тебе перекрывается информация вглубь. И тогда ты не можешь двигаться глубже. И двуглавый орел у нас был, и две шапки у нас были, и скипетр держава у нас были. И троны были. И троны были. И были еще какие-то вот последние, были тоже такие тонкие, казалось бы, моменты. Атрибутика, да, где даже различить трудно, о чем это. Да, 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 да. И вроде так начинаешь, ну да, а потом, блин, так это же ловушка. Пуф. А как подмены идут? Разделение элемент, когда идешь вдвоем, на каком-то этапе было разделить, чтобы мы не могли с целого заходить. Mm-hmm. Типа, давай, давай, ты будешь главной, ты будешь уметь, а она не будет уметь. Да, 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 вот это, да, да, да. И такое, а уже привет, я уже ученая. На самом деле, я когда смотрю, очень многих людей на этом сносит. И если посмотреть экстрасенсов, которые участвуют в той же битве экстрасенсов, да, но просто никогда не поверишь, что человек может эти ловушки пройти. То есть изначально эго и изначально состояние, из которых идет информация, они, да, это перекрытая информация, угу. Это низкочастотка. Низкочастотка, однозначно. Но, кстати, если вот про битву экстрасенсов, я все время так это, ну, я периодически смотрю. И ты знаешь, вот сейчас, кстати, идет битва экстрасенсов, и я смотрела и забыла все тебе сказать. Мне интересно, действительно люди достают информацию, на самом деле достают. Но из какого состояния? Это вот рептильная магия. Но там есть глубина, которая действительно дает информацию. Но при этом у человека
очень много страхов на нее. Они блокируют всякими там кольцами, чем-то там еще, да, вот себя как защищают. Но при этом они уходят. Они действительно идут в информацию. Я вот это не совсем... В принципе, переходы на каждой платформе существуют. То есть из двойки подсознательной, надсознательной перейти в зазеркальную можно. Рептилка на двойке прописана. И ты, в принципе, можешь перейти. Ты можешь перейти, но это через дисгармонию. Гармонично идти через верх. Но если тебя сносит, и ты не можешь пройти через верх, то ты проходишь через низ. Я, знаешь, о чем? О карманчиках. У меня такое чувство, что есть карманчики на каждом уровне. На каждом уровне частот есть карманчики. Как скрутки. И знаешь, как вот эта частота, она действительно может, там, допустим, какая-то там низкая, пусть она низкая частотность, да, но она, если в нее идти, она откроет много чего. Но при этом действительно человеку будет тяжело. И действительно, ну это мое вот... Ну он тогда заплатит и телом, и здоровьем. Да, 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 да. Потому что на этой частоте, если ты на нее садишься, она разрушительна для физики. Угу. И получается, если высокочастотка успевает компенсировать все, даже если ты там идешь и используешь какие-то рептильные штуки, то заходы через верхние частоты, у тебя приходит столько энергии, и так настройка организма осуществляется, что идет компенсация и хватает на восстановление ресурса. А если ты так живешь постоянно, то ресурс только уходит, и он невозобновляемый. И поэтому у человека развиваются заболевания, развиваются проблемы. А ну ж какая разница, как рушится? Ты болеешь, или у тебя семья рухнула, или ты там в ДТП попал, или тебя обворовали, или там дом сгорел, или еще что-то. Для подсознания это все декорации. Начиная от тела, декорация тела точно такая же, как все остальные, но через декорацию тела разворачивается фильм под названием «Жизнь». Поэтому человек сам определяется, как ему играть. Знаешь как, вот сейчас мы вот развиваемся вот так, да, по спирали, да. У меня такое чувство, а мы с тобой валим вот так. На лифте. Да, кстати. Несмотря ни на что, ни на короны, ни на скипетры, ни на что-то там нам еще попадалось.